На официальном сайте Кабинета министров Узбекистана появилась информация о критическом состоянии Ислама Каримова. На сайте говорится, что ухудшение здоровья резкое. При службе президента Узбекистана Лайфу эту информацию подтвердили. Однако комментировать ничего не стали. Несмотря на тяжелое состояние Ислама Каримова, в Узбекистане накануне отметили День независимости. Причем юбилейный. Суверенитет республика обрела 25 лет назад. И точку в торжествах уже поздно вечером поставили на футбольном стадионе Ташкента. Сборная Узбекистана одержала верх над командой Сирии. Единственный мяч забил на 74-й минуте Александр Гейнрих. Матч проходил в ходе отборочного этапа чемпионата мира 2018. Так что вполне вероятно, что в следующем году мы увидим у себя сборную Узбекистана, которая наравне с Ираном показывает очень хорошие результаты среди стран Азии.